Сегодня гражданкой принято называть обширный район новостроек, которые простираются от проспекта Непокоренных к северу до Суздальского проспекта. Однако, исторически, гражданка занимала гораздо меньшую территорию, причем существовало несколько поселений, которые плавно перетекали друг в друга. Деревня Гражданка, которая также часто называлась Горожанкой, была основана в 1782 году графом Александром Романовичем Воронцовым в окрестности, принадлежащей ему деревне Мурино. В ревизских сказках 1795 года, документах, отражающих результаты проведения подушных переписей податного населения, говорится: после четвертой ревизии вновь заведено. В 1782 году селение при оном же селе Мурино под названием Гражданка, 6 дворов, 28 душ мужского пола и 15 душ женского пола. Граф Воронцов заселяет Гражданку купленными крепостными крестьянами. В 1820-х годах на старой Муринской дороге, примерно между нынешними улицами Фаворского и Гидротехников, возникает немецкая колония. Это поселение основывают немцы, переехавшие из других колоний, где земли уже не хватало. В 1827 году братья Велизеры из Новосаратовской немецкой колонии купили большой участок земли. Впоследствии именно этот год начали считать годом основания немецкой колонии Гражданка. В 1838 году в колонии уже насчитывалось 90 душ. Позже вдоль дороги, связывающей Гражданку с Петербургом, возникло третье поселение, которое вошло в историю под названием «Дорога в Гражданку». В нем жили русские, финны и немцы. Жители колонии Гражданка, так же как и колонисты Новопарголовской немецкой колонии, выращивали картофель, овощи, изготавливали различные молочные продукты, разводили клубнику. Кроме этого, немцы принимали на воспитание незаконнорожденных детей, попавших в петербургский воспитательный дом. Летом в Гражданке отдыхали дачники, снимая дом у колонистов. Жители трех поселений и отдыхающие относились толерантно к укладу жизни друг друга и к вероисповеданию. В 1900 году в колонии Гражданка на пожертвование колонистов была построена лютеранская кирха Святого Николая. Храм мог вместить 150 человек. За ее зданием в отдельном корпусе работала приходская школа, а рядом находился колодец с водой. Их современный адрес – это северная часть дома 24 по Гражданскому проспекту. 5 января 1935 года немецкая церковь была закрыта. Орган был безжалостно разбит, и в этом здании открыли общежитие. В августе 41-го началось принудительное переселение потомков немецких колонистов – Казахстан и Сибирь, в основном Сургут и Красноярск. Многие деревянные дома были разобраны на дрова. На пересечении современных проспектов Науки и Гражданского проспекта был организован военный аэродром. Из аэродрома Гражданка взлетали самолеты, защищавшие дорогу жизни. В конце 50-х, начало 60-х годов архитекторами Института Ленпроекта был разработан план массовой застройки территории. Старую, оставшуюся застройку колонистов и кирху Святого Николая разрушили. Память о немецкой колонии долгое время сохранялась в виде полузаброшенного лютеранского кладбища, которое находилось в районе нынешних улиц Бутлерова и Верности. В письме Токсовского волосполкома в уездный исполком от 1925 года есть сведения о лютеранском кладбище в колонии Гражданка,
площадью 365 квадратных саженей. Среди захороненных были представители старинных немецких фамилий – Вализеры, Бичи, Юнги, Бауэры, Аманы, чьи потомки хорошо помнят это кладбище, где погребения продолжались до 30-х годов прошлого века. Но после 60-х его сравняли с землей, а точнее насыпали землю поверх могил. В 2010 году в интернете появилась информация, что строители, копая траншеи, стали находить в земле фрагменты гробовых досок, специальные деревянные гвозди, надгробный камень, фрагменты плит и кирпичи. Этому не придали широкой гласности, пока осенью 2013-го после очередной находки не позвали поисковиков, которые во время раскопок нашли останки 4 человек. Прах было решено перезахоронить на Богословском кладбище. По словам Виктора Юхневича, руководителя Центра поисковых объединений, на месте ЖК «Академпарк» было захоронено не менее 150 человек. Но после войны с германскими захватчиками кладбище сравняли с землей. Во время земельных работ по прокладке электрического кабеля в 2014 году рабочие обнаружили еще 5 гробов с человеческими останками. Застройщик обратился в районную администрацию, заявляя, что жилые дома не затрагивают некрополь. Через его территорию был проведен лишь кабель, но мнение на этот счет достаточно спорное. Несмотря на закон о погребении и похоронном деле, использование территории места погребения разрешается только под зеленые насаждения. Застройка жилищного комплекса на территории бывшего лютеранского кладбища не прекратилась. И, следуя воспоминаниям старожил, часть дворца спорта «Зенит» также находится на участке бывшего погоста. Немецкая колония «Гражданка» хранит историю о своей Ромео и Джульетте, которая стала местной легендой и имеет несколько версий. Около 150 лет назад молодой ремесленник Карл и дочь булочника Эмилия полюбили друг друга, но суровые родители не разрешили им соединить свои судьбы. Получая год за годом отказ, взявшись за руки, Эмилия и Карл решили утопиться в круглом пруду. Они держали за руки даже тогда, когда их нашли поутру. По совету местного священника, прихожане назвали их именами маленькую Слободскую улицу. Улица Карла и Эмилии с 1952 года уже носила название Тоснинская, а в 70-х и вовсе исчезла при застройке. Эта история действительно имела место быть в 1885 году. Краевед Сергей Безбах в 1916 году встретил местного старожила, который утверждал, что юношу звали не Карл, а Луи Брудерер, а девушку Эмилия Карстен. Юноша застрелил девушку и позже покончил с собой. Их тела нашли 4 августа 1855 года в Беглешевом лесу. Их, как самоубийц, захоронили вне территории кладбища. В 30-е годы крест с их могилы исчез, а само захоронение сравняли с землей. В 2007 году был установлен новый памятник. Если посмотреть на открытку с могилой Карла и Эмилии, то более точное расположение захоронения должно быть недалеко от старой лиственницы, примерно в районе трамвайного кольца.